Я думал снять, выложить статус. Потом думаю, ну кого я этим порадую? Все, кто видел снег, позакидывали это в статусы. Нихера еще мой там. Иногда случается так, что твои планы идут не в том направлении. В проекте было уехать в сторону Стеновой, по максимуму. Оставить авто и подняться к озерам. Но начались проблемы. На высоте уже лежал снег, а синих красок в цирке на фоне озер уже не видать. Дороги нет. Бескрайнее количество коварных ручьев, в которых мы теряли время. В итоге порвал трубки, погнул по нару, да и температура ночью опустилась до минус 10. Настроение такое, конечно. Оперативное решение разбить лагерь, а утром ехать домой. Утро. Дима говорит, что есть один домик, только в 200 километрах, под срединным хребтом. Недолго думая, едем. Доехав, уже по ночи мы идем с несколько километров в этот домик. Посредине пути север от нас убежал. Докричались, вернулся. Переживали. Видимо, зверей гонял. Он с ними знаком и как себя вести знает. Собака на опыте. Отчего и шрамы на шее. Таким образом, на второй день мы сменили Ганальский хребет на Срединный. И где-то глубоко в лесу по ночи настало время спокойствия. Растопив печурку, заварив чайку и запалив свечу, оживив тем самым домик, я понял, что не так давно я очень хотел попасть как раз вот в такой лесной домик, где-нибудь в глуши. Выходит, что мечта-то сбылась. Мы люди маленькие. Выпили, закусили, расплатились и домой. Сам Тихон Ильич не узнал при встрече нынешней осенью брата родного. Да неужели это Кузьма, с которым столько лет скитались по полям, деревням, поселкам и ночным клубам? Постарел ты, брат, есть малость. Раненько, но то я и русский. У нас это живо. Закуривая третью папиросу, Тихон Ильич упорно и вопросительно глядел в окошко. Да неужели так и в других странах? Нет, не может того быть. Бывали знакомые за границей, например, купец Рукавишников рассказывал. Да и для Рукавишникова можно сообразить. Взять хотя бы русских и немцев или жидов. Все ведут себя дельно, аккуратно, все друг друга знают, все приятели. И не только по приятному делу. Все помогают друг другу. Если разъезжаются, переписываются, портрет отцов, например, Владимир! Владимир! Владимир!